Вымытые говяжьи ребра заливаю водой и тушу в мультиварке 2 часа. Это все можно и в кастрюле проделать. В это же время варю горох на низкой мощности. Вот что получается, практически пюре. Лук с морковкой превращаются в цветные кубики и смотрите сами. Добавляем горох и процеженный бульон. Соль, перец, лавровый лист и картофель. Все сюда же, в суп. Мясо отделяю от кости, режу кубиками и в кастрюлю. Как только картофель сварился, выключаем варочную панель и добавляем петрушку. Приятного аппетита!